еще минуту звук будет. Вот он еще продолжается, продолжается. Какие вибрации. Спасибо. Ага. Вам огромное спасибо. Алкач. Здравствуйте, я Юрий Алдан, свечной мастер из Ростова-на-Дону. Моими свечами пользуются лучшие специалисты Юга России. Ростова, Краснодара, края Краснодарского, Республики Крым, сейчас уже и Санкт-Петербург. Участвую во всех выставках в этих городах. Вот, свечи сделаны вручную из натурального пасечного воска и, если нужно, заряжена энергия. Той, которая нужна. Программные свечи тоже существуют. Также благовония ручной работы, которые сделаны в Республике Бурятия. То есть по своим свойствам они превосходят непальские благовония, тибетские благовония, индийские. Они сделаны вручную прямо в тайге, в поселке Курумкан, Бурятия. Также полынь они делают. Это самое сильное благовоние в России считается. Я являюсь представителем на юге России по распространению их, Юрий Алдан. Также аромамасла, фирма «Крымская роза». Изделия из камня, ножи ритуальные. Это лабрадор, например, уникальный, самый сильный нож. Его проверяли экстрасенсы, народные целители. Ясновидящее, жезл, которым я открываю огороде. Также можно использовать в других целях. И в лечении, и нападение можно использовать тоже. Шар. Черный кавказский нефрит. Энергия здоровья и денежная энергия. Очень уникальный тоже камень. Подсвечники из змеевика. Друзы из хрусталя и аметиста. Уникальный лабрадор. Это камень, сейчас вот здесь покажу. Они все переливаются. Это вставки в кольца, перстни, браслеты. Уникальный камень, охранник. Камень как зеркало отбрасывает все негативное, отрицательное, что послали хозяину. Поэтому пользуется устойчивым спросом всегда. У меня есть шары из лабрадора, пирамиды бывают. Вот эти все изделия можно купить на выставке «Арт Ростов», можно у меня дома, либо на выставках в Краснодаре, «Мантра ночь», в Симферополе, в Севастополе, в Санкт-Петербурге. Спасибо, удачи вам, до свидания.